Накануне житель Шадринского района Владимир Михайлович Духанин получил российское гражданство в упрощенном порядке. Временно исполняющий обязанности начальника управления МВД России по Курганской области Андрей Шамин и глава города Шадринска Людмила Новикова вручили паспорт 70-летнему жителю Шадринского района. Мужчину поздравили с получением российского гражданства и пожелали здоровья и долгих лет жизни. Владимир Михайлович родился в 1949 году в Киргизской ССР. 9 лет назад он приехал в Россию, но оформить гражданство решил только в этом году. Чуть больше месяца прошло с момента обращения в отдел по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России Шадринский. И вот долгожданное событие – принятие присяги и получение паспорта гражданина Российской Федерации. В настоящее время мужчина проживает в Шадринском районе. Все свободное время Владимир Михайлович проводит с внуками и детьми. Накануне в Шадринском районе стало еще одним гражданином Российской Федерации больше.